Я вам расскажу об интегрируемых моделях машинного обучения. И, собственно, некоторые исследователи создали вот такую вот визуализацию. У нас есть огромное количество разных машинных алгоритмов, которые работают какие-то лучше, какие-то хуже, какие-то только в отдельных условиях, какие-то где угодно могут работать. Но в целом, если нарисовать эти алгоритмы на вот такой вот оси, в такой вот плоскости, есть алгоритмы, которые дают более высокую точность, но они менее интерпретируемы. То есть их гораздо сложнее понять, а почему они выдали такой или другой ответ. И есть более слабые алгоритмы, типа там линейной регрессии какой-нибудь, которые вроде как более-менее понятны, как они работают, почему они так работают, но они дают очень маленькую точность. Обычно, если вас спрашивают, а почему ваш алгоритм так сработал или иначе, ну вы говорите, ну у меня есть валидационный датасет, я беру, запускаю свой алгоритм на нем, получаю какой-то результат. Отлично, хорошо. А как алгоритм пришел к такому результату? Ну, обычно все, что вы можете сказать, выглядит вот на левом рисунке. Ну, алгоритм это сделал, вот наш ответ. Может возникнуть следующий вопрос. Хорошо, вот вы получили там точность, допустим, 90%. Вы можете получить 95%? Ну, обычно это очень сложный, неприятный вопрос, на который нет ответа прямого, и поэтому нужно проводить некоторое исследование. Ну, обычно оно будет выглядеть как-то вот как на этой картинке, то есть мы попробуем что-то, добавим данных, попробуем другие методы, ну, что-то, может быть, получится в итоге. А зачем вообще нужна интерпретируемость результатов? Здесь есть несколько разных причин. Во-первых, это практические причины. То есть то, что, ну, скажем так, в нашей стране, вот в постсоветских странах, оно встает в первую очередь. То есть это разные практические причины. Во-первых, это вопрос, а можем ли мы доверять этой модели? Действительно ли она дает нам что-то осмысленное, или она просто переобучилась на каком-нибудь уже там валидационном датасете и все более-менее хорошо. Будет ли она работать с уже реальными данными в продакшене? Ну, обычно это сложно ответить на этот вопрос в процессе исследования. Второй вопрос — это а как можно задебажить такую модель, как можно попытаться улучшить ее результаты. И также есть такое понятие, как adversarial example, когда мы специально берем и взламываем работу нашей модели. Ну вот как, например, на картинке внизу у нас была панда, картинка панды, мы к ней добавили небольшой шум с небольшим весом. И в итоге модель начинает говорить, ну это же гиббон, это же очевидно. Причем вероятность того, что это гиббон, намного больше, чем исходная вероятность того, что это панда. Ну и, например, как вот справа, ну, человеку смешно выглядит эта картинка. Человек, в принципе, различает, где там маффин находится, где собачка. А вот для нейронной сети это будет уже не такое простое испытание. Где-то она наверняка ошибется. Значит, чем дальше, тем больше вот эти вот adversarial примеры, они будут становиться актуальными. И что с ними делать, пока что до сих пор непонятно. То есть очень многие исследователи проводили, взламывали разные сети. Например, вот в реальный знак, дорожный знак, добавляли маленькие баркодики, которые никак не изменяют восприятие информации человеком. Ну, человек видит, ну, может быть, грязь какая-то или еще что-то. А модель тут же начинает этот знак воспринимать абсолютно по-другому. То есть это уже не знак стоп, а ограничение по скорости, там, например, 40 миль в час, не больше. Есть еще более страшные примеры таких вот adversarial экземплов, когда у нас есть, например, машина, которая сама едет, и вот он, то, что она видит, изображено на самой левой нижней картинке. А дальше представлена картинка того, как она сегментирует этот свой вход.
исследователи попытались добавить к входу маленькие изменения. Попытались, чтобы модель увидела вот такого вот покемона. В итоге ей на вход приходит вот такая вот картинка. Она для человека визуально ничем не отличается от того, что мы видим вот там вот слева внизу. Но при сегментации видит, что пешеход, покемон, появился прямо перед машиной. Машина должна резко затормозить. Чем это закончится в реальных условиях, ну, неизвестно. Соответственно, это очень-очень плохие случаи. Также исследователи Гугла... Так, наверное, нужно будет сейчас нажать на кнопочку. Пошли еще дальше. И они сделали реальный пример, реальный объект, черепашку, которую снимают на видео. То есть это уже не какое-то изображение там искусственно испорченное. А вот черепашка, реальный объект, снимают с разных сторон. Возможно, вам не очень хорошо видно, какие там подписи идут. Но, в общем, в большинстве случаев оно распознает черепашку как винтовку. Вот. И поэтому... Тоже это чревато будет. То есть уже возможно изготавливать реальные объекты, которые будут взламывать нейронные сети. Так, сейчас. Значит, следующая причина, почему имеет смысл использовать интерпретируемые модели, мы можем попытаться учиться у этих моделей. Например, та же игра Go, где машина победила человека, мы можем пытаться узнать у самой модели, у самих алгоритмов, почему они так играют, почему они так работают. Возможно, будущим спортсменам получится придумать что-то новое и качественно поднять свой уровень игры за счет этого. Кроме того, это может быть актуально в поиске каких-то инсайтов в там, физике, медицине, химии и так далее. Когда модель будет распознавать, предсказывать что-то, и мы у модели получим как бы дополнительные знания, почему так происходит. Может быть, она найдет какой-нибудь закон природы. А на Западе есть еще целый огромный пласт. Это разные... направления под названием Fairness, Accountability, Transparency, Ethics. Ну, обычно пишут как Faith in AI. То есть о чем это? О том, что а можем ли мы в социальной сфере, в чем-то регулируемом государством использовать эти модели? А действительно ли эти модели не учитывают, например, каких-то человеческих предрассудков? Действительно ли эти модели честно решают поставленную перед ними задачу, или же кто-то там что-то подкрутил и пытается сделать, чтобы эта модель ему сделала хорошо. Вот, например, на картинке внизу это два преступника в американских тюрьмах и попытались внедрить систему, которая решает, следует ли этого преступника отпустить ранее. То есть, ну, у него там хорошее поведение, все неплохо. Ну вот в будущем он будет совершать новое преступление или же нет? Как вы думаете, кого из них система выбрала, следует отпустить, а кого не нужно отпускать? Ну, вот этот вот очаровательный белый человек, его решили отпустить. А вот этого тоже очаровательного уже чуть цветом потемнее, решили не отпускать ни в коем случае, просто за счет цвета кожи. То есть на Западе, ну, на самом деле это такое большое преступление учитывать такие признаки при вынесении своего решения. И опять-таки это все регулируется огромным количеством законодательных актов. Это не полный список, это только самые, так сказать, основные, главные. Итак, как же мы делаем наши machine learning модели? Мы берем данные, мы придумываем какую-то метрику, как мы будем оценивать качество, разбиваем эти данные на тренировочный сет, валидационный сет и запускаем. Потом повторяем этот процесс до тех пор, пока нас метрика не начинает устраивать, либо же мы уже ничего не можем сделать. Опять-таки возникает вопрос, а вот та модель, которую мы построили, она будет работать в реальных случаях? Или у нее какая-нибудь шизофрения там где-то спрятана?
сказать мы не можем обычно. Мы не можем даже такое сказать о человеке. То есть идет нормальный человек по улице, а чем он психически болен или не болен, очень сложно определить. То же самое мы никогда не можем сказать, а как работает та или иная нейронная сетка. И в итоге, если мы как бы посмотрим на работу вот дата-сайентистов, они чем-то похожи на вот этих вот ребят, которые точно так же, ну только с другими вещами занимались, точно так же перебирали разные варианты. То есть, а давайте такое попробуем, а давайте такое попробуем. А вот где-то написано, что лучше внести такой-то коэффициент или регуляризатор в таргет-функцию. Давайте попробуем, может быть, что-то получится. То есть, по факту, работа дата-сайентиста очень смахивает на алхимию. Поэтому следующий вопрос, который мы должны задать, собственно, как построить, как вообще к этому процессу подойти правильно? Как сделать вообще интерпретируемые модели? Все мы знаем, что есть некоторые модели, которые легко интерпретируются. Давайте посмотрим, какие это. Самое первое — это линейная модель. То есть Y у нас равно как некоторая взвешенная сумма каких-то наших признаков. Вроде бы интерпретируемая модель мы можем предсказать, если X там, 10 увеличится на 10, то Y увеличится на там, A 10 умножить на 10. Вроде бы все хорошо. Вопрос, а если у нас этих переменных 1000, а если 10 тысяч, нам эта модель уже еще понятна или уже немножко непонятна? Если мы еще увеличим количество признаков, скорее всего, уже будет не очень понятно. Соответственно, разработан целый пласт алгоритмов, как сделать так называемые спарс-модели, когда какие-то коэффициенты устремляются к нулю. И у нас остается там не 1000 переменных, а, допустим, 10. Но опять-таки это будет работать не всегда и не везде. Следующий класс таких алгоритмов — это деревья решений. То есть у нас есть некоторое такое вот дерево, мы задаем каждый раз вопросы, и, в принципе, это нечто вроде того, как может обучаться человек. Там, если что-то больше чего-то, то идем направо, если нет, то идем налево и так далее. Задавая там, вопросов 10, мы, в принципе, можем более-менее понять и вынести какое-то свое решение. Опять-таки вопрос, а насколько глубокое дерево вы можете проинтерпретировать? Если здесь у нас глубина дерева, допустим, 5, более-менее его можно отследить. Если у нас глубина дерева будет 20, и это будет просто бинарное дерево, то количество узлов уже у нас очень большое. Вам понадобится как минимум полчаса, а то и несколько часов для того, чтобы просто прочитать все вопросы в каждом узле такого дерева. Это уже не говоря о том, чтобы запомнить это все и более-менее понимать, как работает такая модель. Есть некоторый класс моделей нелинейных, которые мы, в общем-то, более-менее тоже понимаем, как они работают. Есть там экспоненты, есть логистические функции, но их очень-очень мало, они не всегда применимы. Поэтому где-то в физике они работают, в задачах таких общих, сложных они чаще всего не используются. А есть еще следующее семейство, это Generative Additive Models, когда мы используем, в общем-то, линейную модель, но немножко ее меняем. Мы придумываем функцию g, которая изменяет y, мы придумываем функции f, которые изменяют x, и очень часто такие модели используются, например, там, в скоринговых системах, в страховании и так далее. Они уже намного более мощные, чем простая линейная регрессия, но в то же время их хоть как-то где-то можно интерпретировать. Ну, например, вот такая вот простая модель, Generative Additive Model, наверное, каждый может ее проинтерпретировать. Но input, ну, это, по-моему, что-то связанное с стоимостью то ли квартиры, то ли, не знаю, дома, не помню, честно говоря. То есть вот это реальная модель, которая имела хорошие результаты в своей задаче, но в то же время она реально слабо интерпретируемая. Если вы хотите на основе нее делать прогнозы, ну, мало что получится. Что насчет более мощных, более хороших моделей? Например,
ну, какие-нибудь ансамбли. Очень часто на том же Кагле люди побеждают только за счет ансамблей. Можем ли мы этим решениям доверять, ансамблям? Ну, например, возьмем интерпретируемые модели деревья решений. Запустим алгоритм Random Forest. Получим 200 вот таких вот вроде как интерпретируемых моделей. Вы можете понять, почему такая модель выдала тот или иной результат? Опять-таки, уже нет. То есть мы объединили простым линейным способом интерпретируемые модели и получили неинтерпретируемый результат. А то же самое касается любых других ансамблей. То есть вот была попытка достаточно древняя сделать, скажем так, интерпретируемый ансамбль на основе интерпретируемых моделей. Ну, что-то получилось, но, честно говоря, сейчас такой подход никто и нигде не использует. То же самое касается любых нейронных сетей. Вот у нас простой персептрон. Мы понимаем, что в нем происходит и как он работает. Как работает, да. Почему он делает такие предсказания, в общем-то, нет. Поэтому вот умные ребята в той же DARPA, они решили потратить много денег и понять, а что такое интерпретируемость, что такое неинтерпретируемость. И вот это вот один из слайдов их презентации. Из слайдов их презентации, как сейчас выглядят machine learning модели. У нас есть что-то на входе, у нас есть какой-то процесс обучения, на выходе какая-то, допустим, нейронная сеть, туда приходит новая картинка, и ваша модель говорит, на этой картинке с вероятностью 93% изображена кошка. А вот что вы потом с этим числом будете делать, модель это уже не интересует. Вы уже сами должны задавать правильные вопросы, правильно интерпретировать такой ответ и решать, устраивает вас такая вероятность или нет. Поэтому их подход, который они предлагают, это достраивать к моделям следующий как бы, этап, следующую составную часть модели. Это некоторый интерпретатор, explanation interface, который будет говорить, это кошка с вероятностью такой-то. Это кошка, потому что у нее есть лапы, у нее есть усы, она имеет голову такой-то формы и так далее, и так далее. И человек уже на основе такого выхода сможет получать намного больше информации и легче принимать свои какие-то решения, о которых сама модель ничего не знает. То есть мы становимся как бы ближе к бизнес-постановке задачи, чем к просто перемолачиванию кучи картинок, цифр, таблиц и так далее. Следующий вопрос, а что такое тогда вообще интерпретируемость моделей машинного обучения? Вот что значит, что модель интерпретируема? Кто может ответить на этот вопрос? Кто может для себя сформулировать, это ему понятная модель, а это непонятная модель? На самом деле это такой достаточно философский вопрос. Кто-то на практике... Отличный ответ, но он не полный. Вот кто-то... Это такая модель, которую поймет отдел маркетинга. Это почти отличный ответ. Сейчас я объясню, почему. Значит, кто-то решает задачу понимания моделей, составляя сложное расписание, сложный список тестов. То есть как в программировании. Как мы понимаем, работает эта программа или нет. Мы берем и составляем кучу тестов. Пишем там юнит-тесты, интеграционные тесты и так далее, и так далее. Мы понимаем, что на входе, что на выходе. Перебираем кучу разных вариантов. И то же самое делают в машинном обучении. Например, прописывают все ограничения, которые предполагаются, будут работать с этой моделью. Если потом заказчик придет, а у нас вот тут вот не работает, ну, в первую очередь вы должны посмотреть, а было ли такое ограничение или нет. А потом описывают все алгоритмы, которые они используют, и почему они используют именно эти алгоритмы, а не другие. Потом производят множество разных тестов, строят там разные зависимости, считают accuracy, area under curve и так далее, и так далее. И также в конце описывают поведение этой системы в нестандартных ситуациях. То есть опять-таки то же самое, что мы делаем в тестировании. Теперь с философской точки зрения. А что такое интерпретируемость модели? Это
Интерпретация — это процесс, когда мы делаем что-то понятным человеку. То есть не другой машине, не другому алгоритму, а именно человеку. И тут еще действительно большой вопрос, какому человеку. Если эта модель понятна дата-сайентисту какого-нибудь там топ-уровня, типа Хинтона или кому-то еще, ну, это один вариант. Может быть, другой вариант. Эта модель понятна какому-нибудь junior дата-сайентисту, и он понимает, как она работает. Следующий вариант — это может быть отдел маркетинга, который более-менее понимает данные, понимает, откуда они берутся. Следующий уровень — это, например, владелец бизнеса, который не особо заморачивается, а что же там у него происходит. Ну и следующий вариант — это просто человек с улицы, ему показали результаты, 5 минут порассказывали, что там происходит, и он сказал: ну да, классно, я понимаю. Теперь-то я понял, чем занимаются эти ребята. И, в принципе, вот это понимание, оно должно быть достаточно для последующих задач. То есть, как на вот этом вот слайде, мы можем задавать множество дополнительных вопросов или решать множество дополнительных задач, исходя из работы нашей модели. Вот если мы понимаем, как отвечать на эти вопросы, исходя из ответа нашей модели, то значит мы более-менее понимаем, как она работает. Все это описано в одной вот такой вот классической интересной книжке по интерпретации моделей. Рекомендую тоже почитать. А теперь, из каких аспектов состоит интерпретация моделей? Это может быть глобальная интерпретация или локальная. Сейчас я подробнее буду рассказывать, что это. Может быть model agnostic или зависеть от конкретной модели. Для одной модели она такая, для другой другая. Когда мы делаем эту интерпретацию? Как бы мы делаем ее еще до построения модели, в процессе построения модели, или уже когда модель 3 месяца назад кем-то построена, мы хотим понять, а как же оно работает. Может быть supervised, unsupervised и reinforcement подходы, или разные задачи. И то, о чем я говорил, то есть для кого нужны эти объяснения? Для человека с улицы или для дата-сайентиста достаточно понимающего и осведомленного. Значит, глобальная интерпретация. Чаще всего это то, с чем сталкивались дата-сайентисты, например, используя там те же модели Random Forest, когда мы запускаем отдельную функцию, и оно нам говорит: вот эта вот фича, она достаточно важная, а это чуть менее важная, это еще чуть менее. То есть мы как бы анализируем весь датасет и говорим: в среднем по всему датасету это важные признаки, а это неважные признаки. А локальные модели делают немножко по-другому. Они смотрят на конкретные примеры и для этих конкретных примеров ищут, какие признаки важные. Например, человек приходит к врачу. Врач же не заставляет нас сразу сдавать там томограмму, делать УЗИ всех органов и так далее. Он задает первый вопрос: а на что вы жалуетесь? Человек говорит: ну вот то-то, то-то, то-то. Дальше он начинает проверять, спрашивать самые важные признаки. То есть для одной жалобы это будут одни признаки, для другой жалобы это будут совершенно другие признаки. Вот это вот он занимается как раз локальной интерпретацией и применением важных признаков. Ну, графически это может выглядеть так. То ли мы рассматриваем сразу все пространство наших данных, то ли конкретный маленький кусочек этих данных. Следующий вопрос – это специфическая модель или любая модель вообще может исследоваться с помощью таких методов. Если это мы знаем, что это за модель, и смотрим внутрь нее, то это могут быть, например, та же самая. Мы знаем, что это линейная модель, мы знаем, как интерпретировать ее коэффициенты, и мы это делаем. В нейронных сетях это может быть, например, блок attention, который нам подсказывает, что вот сейчас нейронная сеть смотрела более пристально на эти данные, а потом она смотрела на другие данные. То есть мы как бы знаем, мы встраиваем вот эти блоки интерпретации в наши модели. И более интересный вариант — это model agnostic. Когда мы не знаем, что это за модель, мы как бы рассматриваем ее как черный ящик. Мы интерпретируем вход, смотрим на входы, смотрим на выходы и как-то это все интерпретируем. Значит, когда мы
занимаемся этой интерпретацией. Можем заниматься интерпретацией даже до построения модели. Например, взяли, построили распределение наших данных. Взяли, кластеризировали наши данные. Поняли, что в среднем у нас там есть 2-3 кластера, они как-то взаимодействуют друг с другом. Мы уже что-то знаем о будущей модели. Или мы можем решить, что для каждого кластера мы построим свою отдельную модель. Мы уже лучше интерпретируем результаты. Это может быть интерпретация в процессе построения модели. Мы встраиваем какие-то блоки в нашу модель. Например, это могут быть какие-то монотонные модели, которые мы можем встроить в XGBoost модели. То есть мы как бы встраиваем дополнительные ограничения в эту модель и говорим, что на этом интервале модель будет линейная или монотонная, или еще какая-то. И это нам поможет потом интерпретировать результаты. Ну и опять-таки это может быть attention block для разных нейросетей. Есть вот такая вот очень интересная работа, когда исследователи встроили в саму нейронную сеть или как бы рядышком построили еще одну нейронную сеть, которая интерпретирует ответы конволюционной сети. То есть вот сверху у нас есть стандартная схема. Есть картинка, она проходит через кучу слоев конволюционной сети, в конце отвечает, здесь изображена там птица или что-то. А рядышком есть еще другая модель, которая пишет текст. Этот ответ был получен, потому что на картинке мы нашли там два крыла, клюв, хвост и так далее. И поэтому мы уверены, что здесь изображена птица. То есть вот могут быть такие результаты. И опять-таки самый интересный вариант, когда у нас это черный ящик. Мы ничего не знаем о нем, как он устроен внутри. Мы все равно хотим интерпретировать результаты этой модели. Здесь тоже можно смотреть по-разному. Мы можем рассматривать как бы модель в целом, то есть как зависят там входы и выходы. Можем рассматривать только выходы и анализировать, а действительно ли там модель уверена, что выход такой или иной. Или же, если мы хоть чуть-чуть знаем внутреннюю структуру сети, ну или нашего черного ящика, то мы можем как бы рассматривать по слоям, а что же происходит внутри каждого слоя. Но в целом мы не понимаем, как это все работает. Мы пытаемся интерпретировать выходы уже, какие-то внутренние выходы этого черного ящика. Значит, что здесь можно использовать? Можно извлекать информацию из нейронных сетей. Есть разные алгоритмы, например, rule extraction, когда мы как бы строим новые модели, которые будут работать примерно так же, как и старые модели, но при этом эти новые модели будут интерпретируемы. То есть это нечто вроде model distillation, когда у нас есть какая-нибудь большая, огромная модель, но она не помещается на мобильный телефон. Ну, работает очень медленно или просто не работает на этом устройстве. Мы можем взять и построить рядышком более маленькую модель и использовать большую модель как учителя для вот этой маленькой модели. Вот мы можем вместо другой нейронной сети, маленькой нейронной сети, использовать интерпретируемые модели, например, деревья решений или какие-нибудь линейные даже модели. И таким образом мы можем брать и как бы объяснять, а как работает такая модель. Следующий вариант — это объяснение выходов нашей модели. Например, у нас есть картинка, девушка играет на флейте, и вероятность, что это так, там 99%. Мы можем взять и чуть-чуть изменить наш вход, например, зарисовать флейту, и вероятность, что эта флейта у нас упадет сразу там до 70 тысячных. И, соответственно, мы как дополнительную информацию строим такую вот маску, на что смотрит наша модель. То есть мы анализируем конкретный выход этой модели. Тут есть очень много разных подходов, где-то они похожи, где-то не очень похожи. Про некоторые я как раз сегодня подробнее и расскажу. И следующий подход — пока что он не до конца изучен и непонятно, как его
на практике использовать, когда мы смотрим, например, на конкретные выходы промежуточных слоев нейронной сети и визуализируем это как-то. Вот, например, Google разработал такой пакет, как Lucid, и написал две большие, классные, красивые статьи, как они получали визуализации для популярной сети Inception V3. То есть, что она видит на выходе каждого слоя. А есть еще разные попытки сделать такие вот интерпретаторы для рекуррентных нейронных сетей. Вот есть RNNVIS. К сожалению, это не законченный проект. Частично, я так понимаю, они использовали идеи того же Карпатова, как можно интерпретировать вот нейронные сети. Ну и они строят такие вот большие красивые визуализации, в которых тоже еще нужно разбираться, но, по крайней мере, хоть как-то они объясняют, что же там происходит. В итоге, в качестве такого промежуточного итога, я бы сказал, что это до конца еще не изученная область, но она достаточно активно развивается. У нее есть свои проблемы. Например, нету метрики. Вот у нас есть два способа объяснения результатов модели, одной и той же модели. Вопрос, а какой метод лучше? Вот нету четкого ответа, нету конкретной метрики, которая сможет оценить, это объяснение лучше, чем это, там, допустим, на 30%. Таких работ я пока что не видел. Не совсем понятно время понимания того объяснения, которое выдали такие вот модели. То есть можем ли мы вообще понять, или какие знания нам нужны для того, чтобы понять такие интерпретации наших моделей. Что делать с конфликтующими объяснениями? То есть у нас есть одна и та же модель, есть два модуля объяснения, но их объяснения прямо противоречат друг другу. Кому из них верить? Тоже непонятно. И непонятно, например, насколько много поведения самой модели объясняет, покрывает наш модуль интерпретации. И как это делать, например, для каких-то больших моделей, там, алгоритм ранжирования у Гугла, где используется куча разных переменных, все это считается распределенно. Вопрос, а что в таком случае делать, как это все интерпретировать? А теперь немножко практики. Как это все можно применять, например, к картинкам? Я использовал несколько пакетов и использовал примерно одни и те же примеры. Первый из пакетов — это Lime. Он строит новую модель, которая использует выходы предыдущей модели. И эта модель, интерпретатор, она линейная. То есть мы можем понять проинтерпретировать коэффициенты каждой составной части. В принципе, это локальная модель, то есть она объясняет не в целом поведение всей системы, а конкретный пример, конкретную, например, картинку или конкретную строчку в таблице данных. И применяется уже после того, как у вас готовая модель. То есть вы можете взять, например, там ResNet какой-то, Inception и попытаться проинтерпретировать его работу на конкретных ваших картинках. Алгоритм. Он достаточно сложный, я читать, зачитывать этот слайд не буду, я лучше объясню на примере картинок. Вот у нас есть какая-то картинка, лягушка. Алгоритм берет и разбивает входную картинку на суперпиксели. Например, вот как-то так. И после этого он начинает затенять разные суперпиксели. Говорит, а давайте мы закроем, например, сделаем серым или черным центральную часть этой картинки. Какие-нибудь 3-4 центральных суперпикселя. Что тогда нам в качестве ответа скажет наша модель? Она скажет, что вероятность, что эта лягушка уменьшилась, увеличилась или осталась такой же. После этого она делает множественный перебор. Давайте закроем эту часть и так далее, и так далее. И в итоге в качестве ответа может получиться следующая ситуация. Вот исходная картинка. Модель сказала, что вероятность, что это лягушка, всего лишь 54%. Вот это вот разные промежуточные итоги того, что она перепробовала. Она закрыла какие-то части лягушки и вдруг получила вероятность, что это лягушка, 85%. Она закрыла почти все, получила крайне низкую вероятность. Она закрыла какие-то фоновые части, и вероятность осталась такой же. В итоге модель говорит, что
самые важные компоненты на этой картинке с точки зрения этой конкретной модели – это вот голова лягушки. И тогда у нас останется очень высокая вероятность правильного распознавания. Я взял стандартную модель Inception V3, взял какую-то первую попавшуюся картинку. Вот леса, красивый вид, и применил Inception V3. В итоге я получил крайне низкую вероятность. Я вообще среди ответов не увидел ответа Red Fox, хотя такая категория была у Inception V3. Я получил там койота, полярную лису, собаку динго и так далее. Визуализировал, а на что же смотрит эта сетка. Вот зеленым подсвечены те регионы, на которые смотрит она. Оказалось, что, ну, вроде как правильно, она не смотрит на фоновую часть, она смотрит на что-то по центру. Чаще всего она смотрит на голову. Есть следующий эксперимент, когда я эту картинку просто немножко увеличил. Я обрезал края, применил ту же самую нейросеть, и огромная вероятность, там 90 с чем-то процентов, по-моему, что это таки Red Fox. Сетка начала смотреть правильно на голову, на тело этой лисы. И, в общем-то, начало работать. То есть очень интересный эффект. Вроде бы классическая архитектура, она не работает при всего лишь изменении размера этих картинок. Тут можно увидеть, на что еще смотрит эта нейронная сеть. Она, например, можно визуализировать, что вносит отрицательный, как бы, вклад в распознавание того или иного класса. Ну вот, например, хвост мешает распознаванию. То есть, видимо, при обучении сеть не видела примеров с хвостами. Она видела переднюю часть, голову, лапы, но хвост никогда не видела. А вот это вот пример с увеличенной картинкой, то есть с обрезанными краями. Вот тут вот видно, что при правильном распознавании Red Fox она смотрит на голову и немножко на спину. На лапы, на хвост, на тело она не смотрит. Ну, аналогичная визуализация, что вносит отрицательный вклад. Вот спина и частично лапы. Некоторый овервью этого подхода. Он достаточно хорош, уже классический, хотя был разработан, по-моему, в 2015 или в 2016 году. И объясняет локально некоторые вот особенности. Сейчас есть уже несколько модификаций, там A-Lime, SP-Lime, они нужны вот для исправления некоторых особенностей основного алгоритма. Следующий, один из последних, скажем так, алгоритмов, это Шеплей коэффициенты. Они делают нечто очень похожее, но основываются на результатах теории игр. То есть исследователи взяли классические результаты из теории игр и применили к интерпретации таких вот моделей. Что они делают? Они строят вот такую вот линейную модель, где каждая фи — это тоже некоторая новая переменная. Ну, фи — это коэффициенты, а z' — это новая переменная, которая как-то вычисляется на основе наших входов. И коэффициенты рассчитываются следующим образом. Обычно это объясняют на примере футбольной команды. Допустим, мы хотим победить там в чемпионате мира по футболу. Если мы возьмем только защитников, ну, наверное, наш результат будет крайне низким. И вклад каждого футболиста, ну, каждый футболист вроде как работает хорошо в команде. Но если это будут только защитники, то ничего хорошего не получится. Если мы возьмем только нападающих, у них тоже вклад вроде хороший, но далеко мы не пробьемся. В итоге, если мы начнем комбинировать этих игроков, то вроде как эффект, например, того же защитника может быть слабым. Но этот алгоритм как раз проверяет разные комбинации. А что если мы возьмем этого защитника? Если мы возьмем больше защитников? И вот используя результаты теории игр, они вычисляют вот эти коэффициенты фи. Для того, чтобы интерпретировать хорошие эти части или плохие. Вопросы потом, хорошо? А у них есть разные интерпретаторы, которые работают с деревьями решений, с там, рекуррентными моделями, с картинками, с классическими, там, градиент-бустинг алгоритмами и так далее.
применил к тем же самым картинкам этот подход. Значит, этот подход зависит от количества сегментов, то есть некоторый аналог суперпикселей у метода Lime. Значит, если мы разбили на 50 сегментов, то вот опять модель смотрит на голову, все хорошо. Если мы разбили нашу картинку на 200 сегментов, то результат уже крайне плохой. Мы видим кучу каких-то сегментов, которые абсолютно нерелевантны тому, что понимает человек. То есть есть метапараметры, которые плохо настраивать, тяжело. Была еще одна интересная задача по распознаванию меланомы, о чем сегодня вот рассказывали на соседнем потоке. Проблема была в чем? Если мы поворачивали картинку, например, на 90 градусов, то некоторые картинки начинали распознаваться прямо противоположно. То есть, например, вот верхняя картинка распознается как меланома, а нижняя как родинка. Это меланома, а это как кератосис, это еще один вид образований на коже. И вот shape коэффициенты показали, что в этом случае модель смотрит на центральную часть, и это правильно, это действительно меланома, а в этом случае модель смотрит на какие-то абсолютно странные регионы на картинке по бокам, а центральные регионы, наоборот, вносят отрицательный вклад. Ну и, соответственно, поигрался с разными картинками. Тут вот иногда есть плохие случаи, когда интерпретатор все равно показывает, что модель смотрит на центральные части, но при этом в одном из случаев она ошибается. Есть еще очень интересный подход, это визуализация CLNC-мэпов. Пакет называется KeraSwiss. Значит, что он делает? Он строит карту в пространстве входов, например, входного изображения. И говорит, а давайте мы модифицируем наше исходное изображение так, чтобы максимизировать какой-то из классов. Вот как будет выглядеть такое изображение? В итоге получаются следующие картинки. Вот результат для лисы. Это некоторый стандартный подход, как оно визуализирует. Ну, понять что-то из этого крайне сложно. Вот это вот измененный подход, который еще дополнительно смотрит на промежуточные слои нейронной сети. То есть тут вот видно, что в одном построении сетка смотрит куда-то перед лисой и немножко на голову, а при измененном, улучшенном подходе сетка действительно смотрит именно на лису. Говорит, да, это лиса, это Red Fox. Ну, то же самое для родинок. Можно будет потом посмотреть. И вот, например, здесь очень интересный результат. То есть здесь сетка распознала правильно, и мы видим, что она смотрела на центральную часть, а здесь она смотрела вообще непонятно куда и зачем. Это некоторые промежуточные визуализации того, что может строить KeraSwiss. То есть мы заглядываем внутрь модели и визуализируем промежуточные слои нейронной сети. Ну, то же самое, только лучше делает пакет Lucid. То есть если вы хотите визуализировать средние части, то я бы рекомендовал использовать его, не KeraSwiss. Заключение. Значит, имеет смысл применять механизмы интерпретации к вашим моделям. Возможно, они вам помогут отфильтровать неправильные какие-то результаты и помочь улучшить в целом результативность вашей модели. Также помогут объяснить, а как же оно работает. Сейчас проявляется огромный интерес в мире к таким моделям. Проводятся даже разные либо потоки на больших конференциях, либо отдельные потоки, либо отдельные конференции, посвященные интерпретируемым моделям. И появляется огромное количество инструментов. Например, Google этой осенью выпустил свой пакет What If. Ну, он в основном нужен там для работы с табличными данными. IBM тоже включился в эту гонку, говорят, они разработают свой пакет Fairness 360 Kit, ну и так далее. Здесь в конце список некоторых интересных библиотек, которые я использовал. Lime, Keras, ну и так далее. И не показывал в этой презентации. И здесь список ссылок на разные полезные ресурсы. На книжку, обзор методов, разные презентации, ну и так далее, и так далее. Какие есть вопросы?
Спасибо большое за доклад. Меня вот интересует такой момент. А если действительно эти модели будут доведены до какого-то хорошего состояния, возможно, с помощью них можно будет действительно улучшать исходные данные? Ну, то есть, грубо говоря, мы какую-то очередную картинку загнали на нейронку, оно определяет ее неправильно. И оно пытается с этой картинкой что-то сделать так, чтобы было правильно. А здесь как бы не очень хороший подход, по-моему, потому что так мы начинаем подгонять реальный мир, то есть делаем такую виртуальную реальность для наших моделей. А закончится это плохо тем, что мы будем просто придумывать себе мир, выполнять какие-то действия, исходя из придуманного мира, а реальность жестко накажет за это. Поэтому я думаю, что это плохой подход. Не, но дело в том, что вот многие сталкиваются с тем, что там не очень качественные данные или что-то такое. Если найти какое-то преобразование одно для всех, то возможно... Но у вас есть надежда, что они станут качественными в продакшене? Просто, ну... Данные не поменяются. Если вы не поменяли источник данных, то, скорее всего, данные все так же и будут плохими. Нет, просто найти функцию, которая переводит плохие картинки в хорошие, и со всеми картинками из продакшена это делать. А как вы, опять-таки, докажете, что это хорошее преобразование, что вы не вносите дополнительные ошибки этим? Ну, то есть мы можем попытаться, конечно, там отфильтровать наши данные или сделать разные там кластеры или еще что-то. Но по факту обычно так и делают, но не с помощью этих моделей. То есть, ну, можно там ган какой-то сделать, который рисует новые картинки, которые лучше выглядят для уже обученной сети. Но мы вроде как обучаем сеть для данных, а не наоборот, подгоняем данные под кем-то уже обученную сеть. Ну или что в самой сети нужно изменить, чтобы она лучше работала на этом видеокартине? Ну, к сожалению, пока что это открытый вопрос. То есть вот тот же пакет Lucid, они пытались визуализировать промежуточные слои. Но кроме красивых картинок, я пока не увидел каких-то конкретных рекомендаций. Увеличьте количество нейронов или добавьте количество слоев. То есть пока это непонятно, будет ли это перспективно или нет? Скажем так, пока что это область активных исследований. Угу. Скорее всего, что-то в итоге получится. Добрый день, спасибо за доклад. По ходу доклада было уже сказано об интерпретаторах для визуальных данных. Есть ли какие-то на сегодняшний день интерпретаторы для данных, например, каких-то сигналов, ну, как в медицине используются, которые могут объяснить, например, какие-то выходные данные по конкретному участку, предсказать, ну, объяснить, почему у нас модель предсказывает именно какое-то событие на вот этот вот участок, при том, что мы сами еще ничего не знаем об этих данных. Ну вот смотрите, из трех примеров пакетов, которые я рассказывал, только KeraSwiss работает только с картинками. Тот же Lime и SHAP, они работают с разного типа данными. То есть вы у SHAP можете применять их к там, табличным данным, к последовательностям и так далее, и так далее. У них есть свои как бы визуализаторы, как они будут показывать интерпретацию той или иной модели. Ну вот, например, у нас есть пульсовая волна. И вот сможет ли какой-нибудь из интерпретаторов объяснить, почему вот, например, у этого человека прединфарктное состояние? Ну, я не работал с такими данными, поэтому я не знаю, что покажут эти... Просто интересно, как вот такие данные могут интерпретироваться на человеческий например, язык. Например, тот же attention, если вы встроили в нейронную сетку, он будет показывать, что сейчас он смотрел на этот участок временного ряда, потом он смотрел на этот участок. И в принципе, наверное, врач может сказать, ну да, вот тут он посмотрел на такой-то пик, тут он посмотрел на такую фазу сигнала, как-то это все сагрегировал нелинейно, и дальше модель сказала, что да, у него сейчас будет инфаркт. Ну, я на практике опять-таки не знаю, как это будет выглядеть конкретно. Хорошо, с этим. Спасибо. Да.